Ну и в продолжении темы я тоже хочу присоединиться к раскопкам, находясь здесь в студии. У меня в студии гость. Это Воронин Игорь Юрьевич, генеральный директор ООО «Наследие». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот внимательно следила, да, вместе стояли, смотрели еще раз, очень интересно. Сразу вопрос, а ожидаемо вот это было, вот эти вот находки? Да, что-то конечно. Подобное находили на этой территории? Находки были ожидаемы. Дело в том, что я вам такой маленький секрет раскрою. Львиная доля отряда, который сейчас работает, это люди, которые начинали копать это городище еще в 70-е годы. Вот, мы студентами начинали копать и переоткрывать. Именно вот на этом месте? Не на этом месте, немножко дальше, в цитадели. Вот, но в те времена мы как раз искали погребение, искали могильник очень долго, потратил на это время руководитель, первооткрыватель, можно сказать, Грушевки, Найденко Анатолий Васильевич, вот наш учитель. И вот тогда мы все мечтали как раз вскрыть могильник, посмотреть. То есть знали, что есть, но не знали конкретно, да, ну, где? Нет, да? Потом мы его нашли, но много лет он стоял прикрытый. И вот теперь город. То есть правильно ли я понимаю, что на этом месте вот до недавнего времени просто вот была зеленая трава и все, да? Вы знаете, скажем так, нет. Сначала на этом месте было поле, на котором рос хлеб. Потом пришли строители и завалили это поле мусором. Это было очень давно? Это было совсем недавно. Это было лет 10 назад, ага. Значит, максимум. Ага. Завалили все это мусором. Теперь пришли другие строители. С их помощью мы убрали этот мусор и под мусором начали открывать памятник, работать. То есть, слава богу, что город пошел в эту сторону, что это замечательный памятник станет, скажем так, более хорошо известен, пополнит коллекции музея Ставропольского. Но это важная находка. Это очень важная, это важная находка. То есть это же важная находка не только для города Ставрополя, это важная находка в глобальных масштабах. Конечно, это кабардинская культура. Ждем какую-то команду, допустим, ну, из-за границы, вот археологов. Ну, на этот объект, скорее всего, мы не ждем команду, потому что не так быстро археологам приезжать. У нас здесь сжатые сроки работы. Угу. А у нас в крае работают часто команды археологов из других стран. Вызвал интерес, да? Нет. Да, потому что наша вообще территория нашего Предкавказья, она огромный интерес у ученых вызывает. Именно огромный интерес. Вам дали очень сжатые сроки, или это достаточно для того, чтобы прозвучала вот цифра полтора месяца, да, до августа? Ну, здесь в общем, если плохо спать и много работать, мы, конечно, успеем, но это нужно. Но... А сколько человек работает сейчас? Там по-разному работают. Дело в том, что не все люди, которые работают здесь, это не все люди из отряда. Есть еще люди, которые выполняют камеральные работы, которые работают с находками, много других художники, чертежники и так далее, и так далее. То есть здесь большая группа работает, в районе там, 30 человек приблизительно. А вот Илья Захаров рассказывал, что обнаружили, ну я напомню тем, кто, может быть, не смотрел сюжет, да, обнаружили скелет человека, рядом с ним кувшин, и даже есть вероятность в скором времени узнать, что в кувшине было. Да. Ну, современная наука дает возможность не только точной датировки по костям, по предметам, но дает возможность по остаткам, по соскобам довольно часто определить, что находилось в сосудах. Находка останется у нас в крае или же... В музее, в Ставрополе. В музее. Да. После анализов здесь будут проводить анализы антропологи. У нас есть восхитительный антрополог свой, Анна Константиновна Швырева в музее в краеведческом. Она по костям животным дает полную картину питания людей, которые здесь жили. Неважно, сколько тысяч лет прошло даже. Ну да, в общем-то, да. Существует много всевозможных видов анализов, которые дают возможность узнать максимум. Вот. Почвоведы скажут нам о климате, который был в это время. 2500 лет, да, примерно, да, пока вот сейчас. Так, да. Более 100, ну, древние находки именно скелетов людей находили на территории? Края? Да, Ставрополя. Доходили. То есть это молодой, скажем так. Нет, это не молодой, это старый памятник. Это, ну, можно сказать, один из основных памятников здесь у нас в городе Ставрополе. То есть у нас, грубо говоря, две культуры пересекаются здесь. Это вот кабанская культура и салтомаяцкая культура, это татарское городище. Угу. Это средневековье. Про татарское это знают многие, да, потому что на слуху. Вот здесь все-таки, я думаю, что многие впервые только услышали. Вы знаете, я вот опять вам раскрою маленький секрет. Давайте. Вот, это очень важный секрет, я считаю. Дело в том, что раньше весь город Ставрополь знал про Грушевское городище. Объясню почему. Потому что цитадель, которая находится вот чуть дальше, южнее тут. Да? Я поворачиваюсь, мне да, да, сейчас да, чувствую, да, что я прямо вот вижу. Мы с вами, вот поворачивается раскоп, цитадель находится вот здесь. Так. Вот там.
там выступ такой красивый, все. В 78 году была проведена реставрация цитадели, были открыты стены почти 6-метровой толщины, они были отреставрированы. Это сейчас все есть? Оно все стояло открыто, великолепно, внизу были остатки строений. Так. Это все сделал Анатолий Васильевич Найденко, и мы как студенты еще работали там. А потом пришли добрые люди, завалили все это мусором, завалили все это землей. И оно поныне стоит так. Раньше можно было прийти, туда ходил весь город, смотреть на эту старую крепость удивительную и слушать рассказы тех ученых, которые там работали. К сожалению, сейчас это все покоится под толщей земли. Вот. Да. Я не буду говорить грустных вещей. Давайте о хороших вещах поговорим. Вот хорошая вещь. Вот затратная ведь, да, вот это вот все? Ну, это ручная работа по большей части. То есть снимается балластный слой техникой, а дальше идет работа ручная. И... Кто помогает? Ну, финансово? Или вообще поддержка какая-то есть? Вот? Ну, конечно, есть. Конечно, есть финансовая поддержка. Правительство края как-то... Естественно. Ну, дорогу кто затеял вообще? Так. Правительство края. И разрешили, края. Собственно, тоже. Ну, вообще, вот эта идея, я считаю, что она... Вот я как житель Юго-Западного района, я считаю, что идея, которую город хотел, а край помог сделать, да, она великолепна просто. То, что будет новая транспортная артерия, это замечательно. Я вот хотел бы пожелать нашим замечательным руководителям, которые вот многих полезных вещей делают, да, вот еще посмотреть на цитадель. Ну вот, я думаю, если... после сегодняшнего у многих вообще возникло желание на нее посмотреть, тот, кто увлекается археологией. Ее просто надо вскрыть, это будет памятник прямо вот здесь пешком до него идти 6-7 минут. Он фактически виден будет из окон домов. Вы заинтересовали, заинтриговали практически. Мы можем показать это место. Всех. Да. Я думаю, это отдельный сюжет должен быть снят, чтобы это все было наглядно показано. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. За такую интересную беседу. Пожалуйста. Я желаю вам еще много-много интересных находок. Спасибо. Ну, что еще я могу пожелать археологу? Но у меня вопрос теперь, чуть-чуть отойдем от темы. Вот люди работают на солнце весь день, да? Но они же что-то кушают. Вот какое любимое блюдо у археологов? Вы не поверите, борщ. С собой берете? Нет. Ну, где-то готовим прямо на месте, где полевые условия. Здесь мы все-таки рядом с городом находимся. И мы можем, да, на обеденный перерыв выехать, вывести людей. И все. А так в полевых условиях готовим сами, все готовим. Все. Ну, я вот сейчас неспроста спросила у вас, потому что следующая наша рубрика – это «Бон аппетит», и мы сейчас вместе со зрителем приготовим что-то очень-очень вкусное.